Воздушные шары, букеты цветов, белые банты. После летних каникул на линейке выстроились нарядные школьники. Праздничные мероприятия в честь нового учебного года прошли во всех микрорайонах городского округа. Более 30 тысяч детей сядут за парты в этом сентябре. Поздравить учеников лицея номер 15 приехал глава городского округа Дмитрий Волошин. Добрый день, дорогие школьники, уважаемые родители. Я сердечно поздравляю вас всех с этим прекрасным Днем Знаний сегодня. И я хочу, чтобы мы с вами двигались только вперед, вперед в знаниях, вперед к победам. Для Марии это последняя школьная линейка. В этом году она пошла в 11 класс. Планы на дальнейшую учебу уже построены, но покидать родные пенаты совсем не хочется. Я хочу уйти в морской флот. Эмоции просто зашкаливают, потому что все-таки это мой последний звонок. И хочется запомнить этот день на всю жизнь и принести его в памяти до своих детей, рассказать, каково мне было в этот день, чтобы у них тоже были такие эмоции. Торжественность праздничной линейки подчеркнуло музыкальное сопровождение приглашенного по случаю оркестра. Песнями и танцами поздравили друг друга и сами ученики школы. В завершении утренника прозвучал традиционный звон колокольчика. Праздничный концерт в честь 1 сентября закончен, все поздравления сказаны, пожелания озвучены. Ребята отправляются в классы, за парты, во дворе остались только ученики 11 классов, которые делают памятные фотографии в честь своего последнего 1 сентября. Новый учебный год официально можно считать открытым. На праздничной линейке побывали Юлия Куштейко и Дмитрий Бадыров.